Так, вот он, женский монастырь на островке. Пардон, тут местный экскурсовод появился, сказал, что это келья женская. А в женский монастырь не пускают, но не всех, между прочим. Да, туда можно ходить, там кто-то есть. Или пошли. Заходи, зачем? Туда, туда, туда не надо проходить. Сюда можно заходить. Там туда! Можно, да? Пойдем, дочь.